Богдан Артем. Весовая категория, возрастная категория 10-11, весовая 40-44. Бутенко Юрий, первое место. Возрастная категория 8-9, весовая 25-28, в разделе борьба. За второе место нас награждается Сгодник Владислав. Первое место, Цесарский Роман. Второе. Развернитесь, ребята, лицом к родителям. Богдан, ты так говоришь? Богдан, давай. Я извиняюсь, что вклинился. Награждение, раздел фехтования. Мельник Арсен, третье место. Второе место, Ткаченко Владимир. Ребята два часа дерутся. Каждый провел порядка 25 поединков на разных видах оружия. И Бондаренко Евгений, первое место. Итак, продолжаем награждение в разделе кортинга национального вида спорта Украины. Не слышу аплодисментов. В разделе борьба. До 25 килограмм, в возрасте 8-9 лет, нас награждается Осиний Назар. Второе место. Первое место. Варенник Владислав. Итак, в разделе борьба. Возрастная категория 8-9. Весовая 32-36. В разделе «Борьба» на второе место награждается Барсика Артем. Первое место. За первое место награждается Сидорка Денис. Возрастная категория 8-9, весовая понад 36 килограмм. Василенко Иван, первое место. Второе. Мищук Данила. Так, за третье место Сезоненко Алексей. Возрастная 8-9, весовая 28-32. За первое место награждается Исаев Евген. Второе место — Гладкий Андрей. Третье место — Митько Дмитро. И последняя возрастная категория 10-11 лет. Весовой категории 36-40 килограмм. Урда Мария. Третье место. Второе место. Калужских Валерия. Первое место. Ващенко Александра. Похлопали спортсменку. Она участвовала в весовой возрастной категории 10-11 при своем 9 лет.
Итак, продолжаем. 10-11 возрастная, боговая 36-40. Второе место. Маслянка Дмитро. Первое место. Белов Андрей. Возрастная категория. Сидоренко Назар. Возрастная категория. 10-11. Весовая 32-36. Сидоренко Назар. Второе место. Садовой Владислав. Первое место. Весовая категория. 32-36. Возрастная. 10-11. Пацана, впереди к своим. За первое место Жукаев Артем. 10-11, понад 44 килограмма. Возрастная категория 8-9 лет. Девочки, за второе место награждается Тимошенко Карина. И за первое место награждается Ващенко Александра. Не понял. За первое место в весовой категории он от 44 килограмма награждается Аганов Давид. И за третье место награждается Сапкович Данила. Алена, первая. Просьба спортсменов выстроиться так, чтобы сделали общее фото. Повыше самое, вперед, выше.